Так, ну что, брат, что хочет наша Шкода Фабия опять? Получается, после замены мотора она проехала где-то 500 километров, и потом у меня загорелась по антифризу вот эта ошибка. Подлил почти 2 литра, у меня вошло антифриза туда. Вот. Машина стояла, потом проехал километров 10, поставил, стояла неделю, сейчас выезжаю. 20 или 30 километров проехал, у меня снова загорается, короче, ошибка по антифризу. Вот. Надеюсь, что не в мотор уходит, надеюсь, где-то течь просто антифриза после замены мотора. Может, что-то не докрутили, какой-нибудь патрубок, еще что-то. Короче, сейчас доеду до гаража, буду смотреть. Очень надеюсь, что не снова мотор. Ёб твою мать, она какая-то проклятая, что ли, или что? Тяжело запустился после долгого простоя. Надо выгнать. Говорят, слабый. Опачки. Да и тадара. Да. Руль надо опустить. Дворники включить. Из гаража ее выгнать. Прикипело к гаражу уже, нахуй, теляга. Опачки. Давай, зверюга, нахуй. На одной ноге еду, бля. Как тебе такое? Илон Масочек, нахуй, поехали. Я не вижу, куда еду. Оху, полный привод, что говорят. Ой, что-то уже въебашился. Вот, чего, где, бля? А, вон сугроб уебался. А, сзади все видно, нахуй. Аппаратище ебаный стыдно. Все, пускай Субарик помолотится, хоть ему 15 чуть-чуть. Хотя бы застоялся, нахуй. Тари татаром. Здесь еще очень много работы. Очень много работы. Пока что загоним Шкоду, глянем Шкоду. Ну короче, что, масло уровень держит. Здесь все чистенько, маслица, все ровненько. Проблем никаких нет. Антифриз куда-то уходит. Вот куда надо вынести. Так, ну залазим под машину и видим, что здесь все в антифризе. И находим его. Сейчас буду кружить, снимать, смотреть. Так, ну что, вытащил датчик, он фиксируется вот этой херней, короче, она вот, как видите, сломалась. Она виновница всего торжества, вот рядом такая же стоит. Но, слава богу, ехать никуда не надо, есть контрактный моторик, на котором их две штучки запасные и датчик. Так что сейчас возьмем отсюда, ставим туда, и все заработает снова. Фух, фух, чтоб всегда в жизни у всех так все ломалось. Сломалось, быстренько нашел, а у тебя еще и есть про запас. Вот это всем желаю. А не когда ты, блядь, смотришь на нее, думаешь, что, сука, с ней, и все сервисы руками разводят. Мы в душе не ебем, езжайте дальше. А за диагностику заплатите. А еще что, братцы, я заметил, если глянем на эти два датчика, что вот со старого мотора я снял, здесь есть уплотнительное колечко, а на новом нет. Сейчас поставим.
поставлю уплотнительное колечко, поставлю новую защелку, и все будет работать. Течи никакой не будет. Нет, наврал, потому что уплотнительное колечко было внутри. Я его достал, вставил сюда, и теперь сейчас так буду устанавливать. Так, ну что, датчик поставил, чушку воткнул, вот эту еще. Сейчас я посмотрю, надо резинку глянуть. Надо воткнуть, чтобы все работало замечательно. Заливаем антифриз, прогоняем воздух, и телега готова. Так, ну что, ничего не капает у нас. Сейчас выгорит еще антифриз. Там все залило. Прогоним, зальем. Все будет бомба. Кто также любит эту гаражную романтику? А, братцы? Красота. В гаражах что-то никого. Хотя уже тепло. Пора бы нахуй. Опа, здесь тоже видно. Черт, пора уже выдвигаться, заниматься телегами. Ну, вот, кто-то есть. Оп-оп. Кто-то машет. Опа. 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 Так что, такая суета. Ну, как говорится, карета подана, нахуй. Садись и гоняй, нахуй, ёпта. Фу. Тари-та-та. Безрамочные, бля. Безрамочные. Стёкла в окна. Нам похуй, бля. Оп. Не, бля, чересчур высоко. О, вот так. Лёжа. О! Вот так заебись. Сейчас поедем. Ты уж по ним. Где педали, блядь? Что, нахуй, вынести этот сугроб хуя? Я себя. А, бля. Поедем, красотка, катана. Кайф на стульчике, нахуй. Сварь похуй, блядь, на эти сугробы хуёбы. Сугроб чё там, блядь? Ах, блядь, нога проебалась. Чуть нахуй забор не уебал. Всё, не сдал, нахуй. Залетаем, нахуй. Сесть поудобнее, по-любому. Почему на СОБе по низу рынка, когда заправляешься, течет бензин? Вон там бобры погрызли, нахуй. Во-первых, здесь сверху, когда разобрано это все, заебись. Вот здесь все разобрало, здесь еще у нас. То есть вот здесь дыра, нахуй, вот так через камеру видно. Вот здесь я почистил, блин, дырки, нахуй, пошли. Короче, под замену целиком. Вот этот патрубок тоже надо махнуть будет. Его не вижу, что-то. Тоже какой-то задир тут есть. Так что, ебаться снимать, нихуя не откручивается, и менять. Та-ри-та-та-рам.